На Первом канале продолжается премьерный показ продолжения сериала «Знахарь. Одержимость». В сюжете 11 и 12 серий, выход которых ожидается декабря, мы увидим, что избежавшие смертельной опасности Виолетты и Андреев скрываются на турбазе в лесу. Даже там Павлу приходится применить свой талант хирурга. Раздираемый собственными демонами, Андреев просит Виолетту о помощи. Павел знает, что ему важно испытать настоящий страх, чтобы избавиться от призраков прошлого в собственном сознании. Тем временем за ними по следу идет наемник Наталий. Стремясь любыми способами разыскать беглецов, он нападает на Татьяну, в то время как врачи медцентра сталкиваются с заболеванием неизвестной этиологии, Андрееву и Виолетте приходится принимать нестандартные роды. 12 серия. Покушение на Виолетту приводит к гибели самого киллера. Перед ней и Павлом встает трудный выбор, выдавать ли полиции человека, спасшего им жизнь. А тем временем Фетисов тоже стремится скрыть преступление, но уже свое. Из-за его халатности хрупкое здоровье Алевтины снова под угрозой. Затем Татьяна рассказывает Шульгину правду о своей беременности. Вместе с вернувшимся Андреевым они сталкиваются в больнице с вирусным заболеванием, распространение которого может грозить эпидемией. Врачи принимают непростое решение о карантине. Премьера новых серий состоится 27 декабря на Первом канале. Приятного просмотра и не забудьте подписаться на наш канал.